فت هاور فيك هني هم سوتيو هني كوسيجر. Мастер Тахарка? Я Баек из Сивы. Да, я Тахарка, архитектор Саиса и управляющий в Летополисе. Я знаю твою семью. Говорил с женой. По ее словам, ты знаешь что-то о Скоробее. Здесь говорить не стоит. Кто-нибудь может нас подслушать. Идем внутрь, и я отвечу. Ирия, хэм анджу. Твой сын гордится тобой и скучает. Скоро свидимся. Вот бы каждый из моих потомков продолжил мое дело. Этот мир создается мечтателями. О чем мечтаешь ты? Мне нужно найти Скоробея, а не мечтать. Скоробей ищет слабых. Мне он не страшен. Ты не боишься Скоробея, Тахарка? После того, что он сделал с твоим тестем? Мне безумно жаль старого Гупу. Именно труд всей моей жизни навлек на него эти беды. Да простят меня Бог. Мастер Тахарка! Они снова напали! Баек, помоги мне! Будет буря. Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Держись рядом! Не дай им окружить тебя! Я не позволю уничтожить мои труды! Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Умри! Вашей кровью! Египта! Ну, Миджай, надо биться! Живо! Убей их! Thank you.
Они возомнили себя львами, а надели шапки! Байер, нападай! Помоги. Будь рядом, Байер! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! На помощь! Байек, ты разил их как зуб себека. Идем с нами. Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас. Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда. Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скарабее и езжай. Долг Меджая — защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся! Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Ирье! Гем Анджу! Ну, Байек, нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор и зальем их кровью всю пустыню! Ты порождение попа! Но! Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, Байек. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты их? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят этого. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Греческое вино. Я убью тебя! Кажется, сверху обосновались бандиты. Да.
Разбойники! Никакой пощады! Слышишь? Я же говорил. Благодарю, Байк. Я думал, что моим мечтам не суждено сбыться. Ты же дал мне силы, чтобы победить грабителей. Кто они? Одержимые слуги Сехмет, богини войны. Им нужны лишь хаос и разруха. Они со Скоробеем? Нет, они мнят себя львами, а на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим, и я расскажу тебе все, что нужно. Да благословит Нах тебя и того, кто спас меня. Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Я думал, дорога до Литополиса безопасна. Теперь да. Угроза миновала. Так ты из Мемфиса? В Мемфисе много жрецов. Там я не нужен, а Литополис возродился. И все благодаря тебе. Как дела в Мемфисе? Скажу честно, его окутал мрак. Высший жрец разгневал богов. Он обречен видеть смерть города. Твои люди пришли в Мемфис. Они поведали о твоих мечтах. Я пришел сюда служить богам. Сперва отдохни, а потом мы поищем тебе жилье. А ты видел песчаную бурю? Идем, отец пригласил тебя на ужин. Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов и гиену и кучу песка. Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину. Это похвально, почитать отца, Кавап. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Сену. Айя. Где ты, любовь моя? Хему. Я подвел тебя. Прошу, прости.
Скоро незримый проведет меня сквозь вечную тьму. И я окажусь в полях Иал. Вот так. Умница. Да помогут тебе боги. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее, пока ветер не замел все следы. Но! Не привлекать внимание. Ты там все собрал? Да, отличное снаряжение. Мы сложили все в ящик. Это плата Сефета. Ага. Через пару дней отправим в порт Никил. Как ты думаешь, сколько еще он протянет? Закопанный-то? Сильный. Ставлю 5 драхм, что продержится минимум 3. Согласен. Стой! А кто проверит? Пусть бы оставались в тенях.
Надо действовать аккуратно. Что? Стой, забери тебя и... Ага!
Что ж, значит, вот как умирает мечта. А ведь я мог построить нечто вечное. А Гупа пел бы песни о твоих свершениях. Я о многом жалею! Но мы все рабы высших сил! Мы все выполняем волю богов! Спасения нет! Я не единственный в Ордене Древних! Убив меня, не обретешь покой! Поверь, мне не нужен покой. Я избрал этот путь по другой причине. Орден Древних запомнит меня тем, кто возводил города и возвращал людям воду! Или вернется пустыня и унесет всех в Литополисе, словно вы. Позаботься о нем и помоги ему все понять. Ты принес смерть и страшное горе в мой дом. Ты была слепа. Но пора прозреть. Твой муж – Скоробей. Это он. Этот человек пытал твоего отца и многих других. Нет. Ты можешь вывести своего сына к свету. Спасти от кровавой тьмы наследие отца. Прости меня, сын. Есть новости. ДНК Айи восстановлена. Ты получишь ее воспоминания. Они эпизодичны, но ты сможешь ненадолго попасть в них. Я буду уверен в тебе. Да. Странно. Прямо битва при Соломине, капитан. Ты в ловушке. А вот и Фемистокл. И я выиграл. О, боги! Фоксид, почему мы не оставим все это себе? Золота здесь хватит, чтобы уплыть на Лесбос. А ты что скажешь? Если сундук не прибудет к Помпею, то корабль тоже. Ради него мы пойдем и в царство Аида. Я понял. За работу, грязные лентяи! Дамаст, мой оруженосец! Вперед! Действуй! Наше дело – подкупить Помпея, спасти царицу и покорить царство. Обычное дело для наемников. Темп.
осторожно! Впереди камни! Все вижу. Я не слепая. Третье плавание, а ты уже огрызаешься. Просто ты смешно плюешься, когда злишься, Фоксит. Лишь бы не бросили в море. Эта участь недостойна героя. Настоящий герой добрался бы до берега вплавь. Вижу их. Не допущу, чтобы все было впустую. Ну, это уже просто похвальба. Парус на горизонте! Там! Цвета не римские! Во что нас втянула эта паршивка? Толемейцы. Их явно послал Орден Древних. Как Орден связан с Помпеем? Армия Помпея поддержит Клеопатру. Орден же хочет помешать этому союзу. Скорее! Протараним их! О, Посейдон! Я уже чую дым в воздухе! Рядом с вулканом море вскипит. Нельзя подходить близко, иначе сваримся. Это Метана? Он же спал тысячи лет. Всем приготовиться! Пора наказать этих гнусных предателей! Огненный дождь! Поднять щиты! Живее! Куда? Приближаются корабли! Гребите! Быстрее! Прибавить ходу! Гребите! Приготовьтесь! Подбили! Потопим этих мерзавцев! Стреляйте по корме! Там у них масло! Вспыхнет, как верблюжье дерьмо! Набрать скорость! Выпотрошим их! Ла-ла-ла! Больше скорости! Ха! Это был последний корабль! Римлянина изменника все нет. Следи за языком, капитан. Помпей – важный союзник и славный полководец. Мы приплыли сюда не за тем, чтобы оскорблять его. Я тот, кто есть. И не изменюсь ради царей и цариц. Даже семью я оставлю по той же самой причине. Зачем я им такой нужен? Зато я с тобой. Мы все с тобой. Алала! Теперь моя семья — это сотня храбрых молодцов. Сложно уходить от тех, кто не принимает тебя. Но это верный путь. Разве? Помпей будет у берегов Тиры, как договорились. В путь! Живее! Готов! Дрейф! Сбавить темп!
увеличить темп! Наращиваем темп! Вон, вижу! Он идет на север. Не спеши! Там могут быть дозоры. Ты пытаешься отговорить меня от боя? Проклятие, женщина! Конечно, нет! Но я не собираюсь отдавать жизнь за римлянина, который может и сам за себя постоять. Слушай, не хочешь служить на нашей триреме? Ты здесь своя. Бомбы готовы! Будем рядом, атакуйте! Ура! Прибавить ходу! Приготовьтесь! Что ты правда сгодишься на что? Следи за языком, старик. Иначе придется укоротить его мечом. Они тонут! Вот это был бой! Ха-ха-ха! Прекрасно! Что ж, теперь отыщем этих мерзавцев. Я не встречался с римскими полководцами лицом к лицу. А, не волнуйся, Айя. Я буду вести себя хорошо. Беспорядки в Египте, и мне помогают наемники на триреме. В разгар войны с Цезарем это странно. Так кто же вы такие? Могли бы не помогать. Помпей Магн. Клеопатра предлагает тебе свою дружбу. То есть золото за мою благосклонность в случае победы? Так ваша царица представляет дружбу. Чей профиль на этой монете? Есть ли женщина на римских деньгах? Альянс с Клеопатрой, альянс тех, у кого есть власть. Ей нужен не союзник, ей нужен царь. Что ж, и впрямь ценная дружба. Согласен. Вскоре я отправлю свой флот в Египет.